Анна Ахматова. «Когда погребает эпоху», читает Павел Беседин. «Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит. Крапиве, чертополоху, украсить ее предстоит. И только могильщики лихо работают, дело не ждет. И тихо, так, Господи, тихо! Что слышно, как время идет, а после она выплывает, как труп на весенней реке. Но матери сын не узнает, и внук отвернется в тоске и клонится головы ниже, как маятник. Ходит луна. Так вот, над погибшим Парижем такая теперь тишина».